Сергеевич, приветствую вас. Спасибо огромное. Спасибо, что не забываешь про Минск. Для меня это родной город. Правильно. Брат на Беларусь, для нас всегда рядом. Анатолий Сергеевич, дорогие друзья, с большим удовольствием встречаю вас сегодня здесь, во Дворце Независимости. Спасибо за то, что вы приезжаете в Беларусь, знакомитесь с Беларусью. Для нас очень важно это. Несмотря на отделяющее нас расстояние, мы всегда были близкими по духу, совместной истории и воспитанию. Наши предки вместе защищали завоевание октября, одержали великую победу в борьбе с фашизмом, поднимали из руин разрушенную страну, совершая трудовые подвиги